этой народной песне поется о том, что любовь к родине – это чистая горная вода, дающая долголетие и бодрость. В хоре долгожителей, исполняющих песни, есть люди в возрасте до 140 лет. Их родина – Абхазия, что в переводе на языки других народов означает «земля счастливых людей». Сети советских автономных республик Абхазии, как и у всех АССР, свое национальное правительство, школы на родном языке, газеты, книги и братская нерасторжимая дружба со всей советской страной. Долина, где раскинулась абхазская столица Сухуми, веками оставалась безлюдной. На многие километры простирались непроходимые болота. За годы советской власти с помощью русских ученых абхазцам удалось вернуть к жизни тысячи гектаров заболоченной причерноморской низменности. Теперь это один из самых перспективных районов чаеводства. Абхазцы решили превратить его в главного поставщика чая для всей страны. Ученые Абхазии вместе с грузинскими и русскими коллегами доказали, что на осушенных болотах можно выращивать до 500 различных сортов винограда. В Абхазии немало научных учреждений. Институт экспериментальной терапии Академии медицинских наук СССР. При нем известный всему миру обезьяний питомник. Генеральный директор института Борис Аркадьевич Лапин рассказывает представителю фармацевтической фирмы Венгерской Народной Республики о большом вкладе в экспериментальную медицину абхазских исследователей. Здесь проводятся уникальные эксперименты по эффективному лечению раковых болезней новыми фармацевтическими препаратами. Абхазия внесла неоценимый вклад в общегосударственное дело охраны здоровья советских людей. Эта небольшая автономная республика ежегодно принимает на черноморских климатических курортах сотни тысяч трудящихся, приезжающих сюда на отдых и лечение по бесплатным профсоюзным путевкам из всех советских республик. Республика щедро дарит красоту своей земли. Сравнительно недавно группой абхазских, грузинских и русских спелеологов в недрах Анакопийской горы открыта Исполинская пещерная система. Подземное царство сталактитов и сталагмитов. Словно застывшие мгновения сотворения мира.
Сквозь горные ущелья и гранитные скалы люди проложили дорогу к озеру Рица. Теперь каждый может любоваться этим чудом природы. Мы гордимся тем, что наш маленький абхазский народ никогда не оставался в долгу перед содружеством советских народов, говорит депутат Верховного Совета СССР Хакибей Айба, председатель лучшего в Абхазии колхоза. Мы хорошо живем, потому что хорошо работаем. Мы умеем своими руками собирать солнечный свет и дарить его людям. Наши марочные вина уходят далеко за пределы страны. Люди пробуют их и спрашивают, где это такая замечательная Абхазия? И мы отвечаем с большой гордостью. На Кавказе, в Советском Союзе. Я Черзмава Джбат. Мне 85 лет. Я самый молодой в нашем хоре. Все мои старшие товарищи приехали из разных городов и сел Абхазии. Даже пастухи спустились с гор. Мы все собираемся, чтобы порадовать людей песнями. Они прощаются, но скоро встретятся снова. Они понимают, что очень нужны людям. Ведь никто другой не знает столько песен, сколько помнят они. Песен о самом дорогом для человека, о дружбе, о труде и мире между людьми. Мы рассказали лишь о 4 из 20 автономных республик. Советские национальные автономии в братском сотрудничестве всех народов единого нерушимого союза советских социалистических республик под руководством коммунистической партии строят новую жизнь.